Качество воды в Красноярске может ухудшиться из-за резкого подъема Енисея. Специалисты Роспотребнадзора стали пристальнее следить за системами водоснабжения. Так, например, на кишечную инфекцию пробы берут в 4 раза чаще. Также усилили контроль за количеством хлора. На данный момент санитарные требования не нарушены. Как рассказали в Краскоме, в краевом центре вода добывается из подрусловых озер, расположенных на островах с глубины 20-25 метров. И она не зависит от погодных явлений. В 2006 году, например, когда большая вода доходила до 607 сантиметров, то ресурсники работали в стабильном режиме. Критический уровень Енисея для водозабора 650 сантиметров. Но даже если он будет достигнут, специалисты все равно знают, что делать. Естественно, что главное – это мониторинг, да, кто предупрежден, тот вооружен. На водозаборы уже завезены мешки с песком на случай необходимости обезопасить оборудование. Также уже на водозаборах сформирован дополнительный запас жидкого хлора, чтобы обеззараживать воду по технологии.